Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Никто, кроме них, или праздник голубых беретов. В Анапе ярко и зрелищно отметили День воздушно-десантных войск. Пляж образцового содержания, мастер-класса добросовестных арендаторов, как содержать свои территории, чтобы и людно было, и стыдно не было. Лазурная звезда вновь искрит талантами. Фестиваль творчества в Анапе объединил дарования со всей страны, а также Украины и Казахстана. Сегодня день воздушно-десантных войск России. В Анапе мероприятия, посвященные Дню ВДВ, начались с самого утра. Усталый город воинской славы вспомнили павших и поздравили тех, кто служил, служит или связал свою жизнь со службой в Крылатой гвардии. Корзины с цветами от руководства муниципалитета ветеранских организаций отправились ко всем памятным местам, в том числе сквер боевой славы и к памятникам погибшим в войнах современности, где десантники часто принимали на себя главный удар и противостояли значительно превосходящим силам противника. 87 лет назад, 2 августа 1930 года, в ходе учений под Воронежем, впервые в истории советской российской армии, с самолета на парашютах высадились 12 человек. Именно для выполнения тактической задачи. Так появились воздушно-десантные войска, как отдельный род войск. Мне нравится надпись у вас при входе в часть. ВДВ не Минздрав предупреждать не будет. Придет и сделает. Поэтому спасибо вам за ваш ратный труд и нам приятно, что у России есть эти войска. Самое главное – это люди мужественной и героической профессии, которые находят всегда первыми. Первыми выбрасываются в тыл врага. И это мы видим в истории нашего государства. Я хотел бы сегодня отметить, особую благодарность выразить ветеранам, десантникам, которые прошли не единожды все горячие точки. И сегодня они находятся в строю вместе с вами, занимаются патриотической работой, наставничеством. Это те люди, которые посвятили свою жизнь служению нашей Родине. Десантники Анапского гарнизона стремительно ворвались на сцену и немедленно завоевали внимание зрителей от мала до велика. На театральной площади прошли показательные выступления бойцов, а также праздничный концерт. Это показательные выступления, но большинство элементов могут оказаться частью боевой подготовки. А боец наверху такой пирамиды может попасть на стену и помочь забраться на нее другим. Расплескалась синева, расплескалась. Показательное выступление и большой концерт готовили 2 года назад, на 85-летие воздушно-десантных войск. После небольшого перерыва решили сделать мероприятие регулярным. Традиционная каша по армейскому рецепту. Гречка, тушенка, сливочное масло. Повар Виктор Тян пошел в армию 4 года назад, остался на контракт. По его словам, повар-десантник – это прежде всего десантник. И только потом повар, которому, кроме прочего, полезно уметь импровизировать. Или так готовили? Сначала вываривали их, потом вытаскивали их из панциря, потом обжаривали. Ну, это даже лучше, чем грибы получается, я вам скажу. Как мясо. Был ли это кулинарный изыск или того требовали обстоятельства, Виктор не уточнил. В любом случае, снабжение российской армии сегодня несравнимо с тем, что было в 90-е годы. В лесу, в погоде, тут и разогреватели, и все остальное есть. Кадета Павла Коскова десантники наградили за успехи в учебе. Помимо суточного рациона, тельняшка. Он учится в школе имени Старшинова, перешел в 11 класс, усиленно зубрит математику и физику. Хочет учиться на разработчика систем вооружений. Мне нравится его то, что в оружии обычно нет ничего лишнего. Там всегда для чего-то что-то нужно. Я вижу в оружии, так сказать, красоту его. Внутреннюю и внешнюю. Уже действующие образцы были в распоряжении мальчишек. Они из части, которая дислоцируется в Анапе. Усталый город воинской славы наградили лучших бойцов и ветеранов. Среди них начальник городского управления образования Наталья Микитюк.
Пистолет, автомат, с гаубицей я стреляла. Помимо этого, 8 прыжков с парашютом, по словам Натальи Микитюк, страшно не было, а чтобы понять, нужно попробовать. За ее плечами 23 года военной службы, сначала фельдшером, затем военным психологом. Командировка на Северный Кавказ. В армию специально не стремилась, так сложилось. Не жалею ни один день. Все офицеры, солдаты, прапорщики, сержанты, которые были рядом со мной, это надежные друзья. И сегодня в мирной жизни, что бы ни произошло, мы всегда были, есть и будем рядом. В этот день десантники, которые многое знают, многое умеют, особенно те, кто многое повидали, желали анапчанам мирного неба и прыжков с парашютом исключительно ради удовольствия. Никто, кроме нас! В Анапе заработал пункт приема заявлений от избирателей, которые намерены проголосовать не по месту жительства. Данные правила заменили открепительное удостоверение. Сейчас технологию отрабатывают в 20 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае. В Анапе пункт приема заявлений находится на первом этаже здания городской администрации. Он будет работать до 4 сентября с 9 до 17 часов в будние дни и с 9 до часу дня в выходные. Для того, чтобы написать заявление, необходим паспорт. Гражданин сообщит сотрудникам городской избирательной комиссии примерный адрес, по которому он будет находиться в день выборов. Ему подберут ближайший избирательный участок и выдадут специальный талон. В списке избирателей на данных участках будут внесены соответствующие изменения. В пункт приема заявлений могут обратиться те граждане, которые зарегистрированы на территории муниципального образования город-курорт Анапа и проживают здесь по месту жительства, а также те люди, которые находятся здесь и знают, что в день выборов будет находиться на определенной территории в Краснодарском крае. Если избиратель, несмотря на то, что написал такое заявление, ему дали отрывной талон для возможности реализовать свое избирательное право, и у него изменились планы. Этот избиратель приходит на избирательный участок, где он включен в списки избирателей по месту своей прописки, по месту своего жительства. И его также включают в дополнительные списки, так как он уже был исключен из списков избирателей на основании этого заявления, и реализует свое избирательное право по месту своего жительства. Каким должен быть хороший пляж для отдыха? Самое главное, чистым считаем мы, отыскивая для себя такие оазисы среди золотых песков. Но у добросовестных арендаторов пляжных территорий очень много обязанностей, формирующих общее представление о достойном отдыхе, где и порядок, и безопасность гарантированы. Сегодня на одном из таких пляжей побывала наша съемочная группа. Сегодня сильный отжимной ветер. Порывы его достигают 10-12 метров. Трудно расстелить коврик, с легкостью убегают в море надувные круги. Рай для яхтсменов. Но в такую погоду опасны любые плавсредства на воде. И об этом каждые 2-3 минуты на пляже санатория «Спутник» в громкоговоритель предупреждают отдыхающих о сообщении и предупреждении МЧС. В связи с предупреждением МЧС об усилении ветра, купание на надувных плавательных средствах строго запрещено. Под аккомпанемент этих громких напоминаний об опасности продолжают с уверенностью входить в воду взрослые. С надувными подушками и кругами, что самое печальное, делают это родители с детьми. На мелководье это не кажется им таким страшным. При этом вокруг водной акватории, выделенной для купания детей, с большим трудом. И то только после появления телевизионной камеры удается разогнать катамараны и уговорить взрослых оставить свои плавсредства на берегу. В жаркий полдень предприниматели-прокатчики не заморачиваются предупреждением МЧС и продолжают работать. Мы филиал федерального государственного учреждения. Мы стараемся всегда выполнять все нормы, правила и требования. Но порой недобросовестно, когда начинается курортный сезон, нам приходится напрямую воевать с недобросовестными предпринимателями, которые на территорию, не свою территорию, катамараны, надувные всевозможные горки, всевозможные аттракционы ставят, и нам приходится и пограничников подключать, и отдел МВД, и линейную полицию, а также неоднократно писать письма в нашу администрацию.
Управление по курортам и туризму сегодня проверяет оснащение спасательных постов и лодок. На пляже санатория Большого театра практически идеальный подход к организации безопасности отдыхающих. О добросовестном отношении к делу свидетельствуют и документы. Здесь и договоры на уборку мусора, и свидетельства о получении категорирования, и о свидетельствовании дна водолазами. Не случайно, за 10 лет на этом пляже без происшествий. Говорят, за 10 лет у вас ничего такого нет. Ничего нет. У нас прекрасно все, очень ответственные ребята, в шторм никого не пускают, следят за акваторией, следят за территорией, но, конечно, приходится оказывать помощь соседним пляжам. Угу. На уютной территории особенно хорошо и спокойно детям. Считают ли они пляж уютным? Да, само собой. Да, я считаю пляж чистый. Тебе приходилось наблюдать, когда его убирают? Ну, было пару раз. Ну, то есть это не особенно заметно, но пляж всегда чистый, да? Да. А вы куда мусор выбрасываете, когда что-нибудь вкусненькое съели? В мусорку. А что для тебя самое главное на пляже? Чтобы мне было с подругой безопасно и весело. Об имидже своего пляжа заботиться начинают с осени. Мы заранее закупаем пиломатериал, готовим настилы деревянные. А при подготовке к курортному сезону неоднократно проходят кустовые совещания, на которых идет, значит, рассказывается тот объем работ, те мероприятия, которые мы должны выполнить по подготовке к курортному сезону. И всеми этими правилами и требованиями Нина Ивановна и ее специалисты и работники не пренебрегают. Они команда, которой можно гордиться. Федеральная налоговая служба напоминает, что неуплата налогов – это не только безответственно, но и наказуемо. Чтобы не попасть в черный список и, как говорится, спать спокойно, необходимо вовремя производить все налоговые отчисления. Важно отметить, что налогоплательщики, у которых ранее был зарегистрирован личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления в традиционной форме на бумаге получать не будут. Сообщения для них формируются в электронном виде в личном кабинете. Сейчас уже уведомления все сформированы. Срок уплаты имущественных налогов граждан в соответствии с налоговым кодексом 1 декабря этого года. Но администрация муниципального образования город-курорт Анапа обращается ко всем с просьбой уплатить свои имущественные налоги до этого срока. В связи с тем, что имущественные налоги граждан – это одна из самых больших составляющих местного бюджета, из которого муниципалитет оплачивает все свои социальные обязательства. В случае, если пароль от личного кабинета утерян, то зайти в него также можно, используя свою учетную запись на портале госуслуг. Лазурная звезда засияла в Анапе. Под таким названием на курорте проходит международный фестиваль-конкурс дарований талантов. На сцене городского театра со своими лучшими номерами выступают артисты со всей страны, а также из Украины и Казахстана. Анапчанка Ева Пекарская окончила детскую музыкальную школу номер 1 по классу флейта. Начинала с блок-флейты, после перешла на ученическую. Признается, стать музыкантом мечтала с детства. В будущем планирует поступить в музыкальное училище в Новороссийске. Это прекрасный инструмент, с которым очень легко работать. Ну, в данном случае мне легко с ним работать, поэтому мне нравится. Мне надо показывать себя, надо учиться выступать на сцене и правильно чувствовать сцену и не волноваться. Анапу на конкурсе представляет 22 исполнителя. Всего же на сцену выйдет около 80 артистов со всей страны. Участники соревнуются в вокальном мастерстве, инструментальном исполнении, цирковом искусстве и хореографии. Самому младшему конкурсанту 5 лет. Хотя возрастных планок нет, принять участие в конкурсе может любой желающий. Насколько богата вот наша земля талантливыми детьми. Если конкретно, что касается этого конкурса, очень многие ребята просто вызвали восхищение, удивление тем, что, несмотря на свой довольно-таки маленький возраст, они уже просто звезды. И ведут себя как звезды, и исполняют они действительно как звезды. Просто есть чем гордиться, вернее, есть кем гордиться. Жюри оценивает артистизм, мастерство, оригинальность номера и качество исполнения. Количество призовых мест не ограничено. В каждой номинации есть гран-при. Фестиваль только набирает обороты. В Анапе проводится второй раз. Однако организаторы выражают
внушает надежду, что «Лазурная звезда» получит на курорте постоянную прописку. Допустим, в прошлом году мы в городе Анапе набрали всего 50 человек. И второй конкурс у нас уже было 60 человек. В этом году уже 90. Поэтому, я думаю, база участников именно в вашем городе у нас как бы наберется. И на следующий год мы привезем уже 150 человек. И я Анапу вообще обожаю. Я в прошлом году, как сюда первый раз приехала, я просто влюбилась в этот город, маленький курортный городок, уютный такой. Лауреаты первой степени и обладатели гран-при в номинации «Хореография» получат сертификаты на участие в ежегодном конкурсе лауреатов в Сочи. Итоги фестиваля подведут сегодня на гала-концерте. Завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В Тавровских мясных лавках. Любительская Тавровская 209. Сосиски Родионовские Экстра 237. Краковская 529. Тавровские мясные лавки в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 3 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов со знаком плюс. Ночью температура опустится до 28 градусов. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Анапской бухте плюс 25 градусов. И в завершение выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Программа «Детокс. Очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424 19.